Христос воскресе, мои дорогие! Хочу поделиться с вами радостью. У нас будет очередной концерт, мы будем строить Божий храм. Он пройдет в Антипасху 15 апреля в 18:00 в концертном зале у Финляндского вокзала. Будет много очень интересных исполнителей, и Евгения Смоленинова, Марина Капура, Анатолий Тукиш, отец Андрей Гуров, Игорь Балакирев, Наталья Куприянова. И к нам приедут гости из разных городов. Будет очень интересная, очень глубокая, духовная и радостная программа. Я сам тоже буду выступать. Мы будем продолжать этот концерт, потому что мы собираем средства на строительство храма царя Давида, который мы хотим построить в Петербурге. Единственный у нас в России храм, который будет посвящен творческим людям, и уже умершим, и в нем будут молиться и ныне здравствующие, и писатели, поэты, музыканты, актеры, режиссеры, архитекторы, все, кто вносит в нашу русскую культуру свой вклад. Очень надеюсь, что это движение поддержит. И сейчас движение есть, и Святейший Патриарх Кирилл говорит о том, чтобы мы строили храмы, потому что они нам нужны, как воздух, на самом деле. И я думаю и верю, что наступят времена, когда храмы эти заполнятся, так как и наша страна возродится. Чтобы Божья всем помощи. Приходите, еще раз повторюсь, на концерт 15 апреля в 18:00 Финляндский вокзал, концертный зал у Финляндского вокзала. Боже всем помощи. Христос воскресе!